Здравствуйте, дорогие друзья! И сегодня я пришла к вам с очередной хвастушкой. Вот такой урок сняла я по девушке зиме, Снегурочке, Снежной королеве, кому как больше нравится. Лицо полностью слеплено вручную. Здесь на обтяжке и на короне использовались молды. Для тех, кто, возможно, попал на канал впервые и не знает, что у нас есть как бесплатные уроки, так и платные. Платные уроки проходят в закрытом режиме, но все они продаются, и их, конечно же, можно приобрести. Для этого вам достаточно написать мне в любую соцсеть под видео, после чего вы получите ссылку на... После оплаты вы получите ссылку на урок. Все ссылки у нас постоянные, поэтому не нужно переживать, что через какое-то время ваша... Ссылка станет неактивной. Нет, вы покупаете урок один раз и пользуетесь им ровно столько, сколько вам необходимо. Ну что ж, надеюсь, что данная девушка заслужила ваших лайков, поэтому буду их ждать. Также, конечно же, буду ждать ваших комментариев. Ну и, как всегда, если вы были со мной впервые, значит, обязательно подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не упустить новых видео. Всем пока-пока!